Ответ неверный. Да, оба варианта возможны, но они малоэффективны. А мы будем наносить опалубку под полиэфирную смолу и будем работать полиэфирной смолой с стекловолокном. В дальнейшем я также могу предлагать какие-то варианты, и они не обязательно верны, хотя и очень похоже, что они верны. Будьте внимательны, я и дальше вас буду где-то подлавливать, да? То есть вариант тоже имеет право на жизнь, но, возможно, есть лучший вариант.